Готовы начинать нашу тренировку? Первое упражнение нашей круговой тренировки будет с гантелями на мышцы кора. Показываю, объясняю. Ложимся на коврик, принимаем позицию. Лежа берем гантель в руки, делаем скручивание на пресс и поднимаем гантель вверх. Все достаточно просто, но максимально эффективно. Ложимся на коврик. Готовим наш таймер. Но так как у меня виброгантель, я себе немножечко усложню задачу, включив вибрацию. И буду делать с таким эффектом. Ложимся. Принимаем исходную позицию. Таймер на готове. Мы на готове. Поехали. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Держим темп. Следим за дыханием. Гантель не отпускаем. Всегда она стремится вверх. Наши мышцы стремятся к напряжению. Мы стремимся к спорту, к легкости, к стройности. Делаем упражнение. Не теряем темп. 10 секунд. И... Мы плавно переходим ко второму упражнению. Это упражнение можно делать как с гантелей, так и с лентой. Мы будем делать с гантелями, но вы можете использовать ленту. Итак, делается становая с выкидом гантели вверх. Попу мы отводим назад, спинка прямая. Я беру гантель, виброгантель, в свои руки. Делаю приседание, поднимаюсь и гантель поднимаю над головой. Затем я делаю повторение. Движение делать как понятно. Таймер на готове. Мы на готове. Начинаем. И вниз. Поднимаемся вверх. Вниз. Вверх. Держим спинку ровненько. Таз отводим назад. Гантель максимально вверх. Чувствуем, как мы становимся сильнее. Спортивнее. Стройней. Спасибо Ямагучи за этот марафон. Итак. Продолжаем делать упражнения. Еще разочек. Осталось всего 10 секунд. Ты почти у цели. Продолжай. 5, 4, 3, 2, стоп! Завершаем это упражнение с внутренней победой. Итак, мы приближаемся к третьему упражнению нашей круговой. Сейчас мы будем прокачивать наши руки, нашу грудь. Делать будем подъемы с пола. Я покажу вам два варианта. Первый вариант будет полегче, второй будет посложнее. Ложимся мы на пол и начинаем толкаться руками, поднимаясь в четверенечки такие. Да, и опускаемся вниз. Максимально концентрируем свое внимание на нагрузку на руках. Этот вариант будет полегче. Следующий вариант мы уже поднимаем ноги и делаем четкое отжимание от пола. Да, чуть-чуть соприкасаемся грудью с полом, но не так, чтобы лечь, а так, чтобы была нагрузка максимально у нас в руках. И делаем все упражнение в одном темпе. Таймер на готове. Мы на готове. Вы на готове. Все готовы. Поехали. Раз. Два, три. Держим средний темп, чтобы мы могли полноценно сделать все упражнение в одном темпе до конца времени. Следим за дыханием, концентрируемся на тех группах мышц, которые максимально сейчас включаются. Прокачиваем себя. Чувствуем, как мы сейчас становимся сильнее.
Держим. 10 секунд. Хорошо, молодцы. Держим темп. Одна, две, стоп. Фух, прокачались. Ну что, мы переходим к четвертому упражнению нашей круговой тренировки. Сейчас будем делать упражнение, которое максимально прокачает мышцы спины и ягодиц, плоские мышцы живота и глубокие слои мышц. Ложимся на живот, на коврик, вытягиваем ручки вперед, поднимаем правую руку и левую ногу. Затем отпускаем и делаем то же самое с левой рукой и с правой ногой. Как будто мы плывем. Лодочка. Вы готовы? Маргарита, ты готова? Я готова. Тогда включаем таймер и начинаем делать наше четвертое упражнение. С правой ручки, с левой ножки. 3, 2, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следим за правильностью выполнения упражнения, максимально напрягая свои мышцы. Держим темп, напрягаем. Мы уже должны почувствовать, как у нас напрягаются мышцы на спине, как у нас напрягаются мышцы в руках. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Итак, у нас осталось финальное упражнение, но мы будем его делать в 2 подхода. На левую ножку и на правую. Нам понадобится для этого гантель. Я возьму виброгантель. И прямо сейчас мы будем смотреть, как работает лимфодренажный массаж прямо во время упражнения. Итак, я предлагаю слезть с ковриков, чтобы нам было стоять намного комфортнее. Мы поднимаем правую ножку, остаемся только на левой ноге. И начинаем подниматься на носочек. Тем самым максимально прокачиваем свои икры. Все очень просто. Таймер наготове. Мы наготове. Гантель уже работает. И мы начинаем. 3, 2, 1. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Держим баланс. Напрягаем. Напрягаем максимально ножку. Поднимаемся вверх. Чувствуем, как у нас уже забиваются икры, но мы все терпим. Мы на пути спорта, успеха, стройности. И с нами... И могучи. Да! И виброгантель. 10 секунд. Продолжаем. Хоп! 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! А гантель все еще работает. Ну и сейчас мы делаем то же самое упражнение на правую ногу. Если вам тяжело держать баланс, то вы можете подойти, взяться за какую-то поручень или подойти к стенке для того, чтобы просто сохранить свой баланс. Но я буду делать, как и делал. Ну что, мы готовы. Таймер наготове. 3, 2, 1. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Держим баланс.
Держим темп. Работаем. Это финальное упражнение. Нам осталось совсем чуть-чуть. Держим. Осталось совсем немножко времени. Вы молодцы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп.